Улучшить собственные достижения, выполнить нормативы и получить золотой значок ГТО. Ученики 6-9 классов со всей республики на базе спортивной школы «Спартак» собрались на фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фраза «Готов к труду и обороне» давно стала символом успешных и спортивных людей. Силу, быстроту, гибкость и выносливость смогли продемонстрировать более 70 ребят из 18 муниципальных округов. Школьникам необходимо было подтвердить свои результаты, которых они достигли в ходе многодневных тренировок по многим дисциплинам. Это и бег на 60, 1500 и 2000 метров, наклоны на гимнастической скамье и подтягивания. По словам организаторов, ребята неплохо подготовились. Школьники, занявшие призовые места, будут защищать честь республики уже на Всероссийском фестивале. Чувашия в последние годы занимает лидирующие позиции по внедрению этого комплекса. На едином портале ГТО зарегистрировано почти 290 тысяч жителей республики. Республика по итогам первого квартала 2023 года у нас занимает 7-е место. Мы находимся в топ-10 регионов среди нашей большой страны. Первое место мы занимаем по ПФО.